выпускнику детского сада. Вот такие альбомы и грамоты. Все, слушай внимательно. Диплом вручается выпускнику детского сада Бурину Игорю как самому одаренному мальчику группы номер 8. Аплодисменты. Вам даю. Степанову Данилу как самому энергичному мальчику. Подожди, еще подарок. Ой, молодец. Гатиатульной Сабине как самой исполнительной девочке. Спасибо. Тупатулина Амиру как самому смелому мальчику. Держи, Анечка. Калининой Полине как самой ласковой девочке. Наша миссис искусства Морякиной Арины. Она у нас постоянно рисует. Наверное, художницей будет. Держи, Ариша. Самому артистичному мальчику Кучумову Эмилю. Самому мужественному мальчику Иверскову Владиславу. Держи, Владислав. Девочке, которая является мисс спокойствия, Рускиной Анастасия. Самой ответственной девочке Федуловой Софии. Диплом вручается Емельяновой Анастасии как мисс фантазия. Несправедливость Саримова Аниса. Мусиной Алине как миссис Дружба. Самой душевной девочке Макаровой Снежане. Самому веселому мальчику Сенченко Денису. Мистер увлеченности Мединов не ясно. Мистеру загадка Иванову Егору. Спасибо. Пожалуйста. Шерсидиновые маляки. Малякушка где? Камилёв. Диплом вручается Камилёву Фёдору как мистеру доброта. Мистер доброта, самый добродушный мальчик. Мисс воспитанность Закирова Ильяна. Очень нежно, ты наш чудо-островок, наше детство, наше детство. Детский сад мы очень любим, будем.
будем часто вспоминать. И, конечно же, конечно, потихонечку скучать. Воспитатели родные, мы без вас всегда грустим. Вас, любимые, родные, мы за все благодарим. До свидания, детский сад, до свидания. Дружно скажем мы тебе на прощание и рукой помашем вслед очень нежно. Ты наш чудо-островок, наше детство. До свидания, детский сад, до свидания. Дружно скажем мы тебе на прощание и рукой помашем вслед очень нежно. Ты наш чудо-островок, наше детство, наше детство, наше детство.